командующему Первым Украинским фронтом генералу армии Ватутину. Поздравляю с успехом киевской операции. Приказываем продолжать преследование отступающего противника с целью быстрейшего овладения на Западе городом Житомир. Нужно не дать Манштейну опомниться. Сталин, Антонов. У аппарата Ватутин. Наступать на Запад на Житомирском направлении становится опасным. Возможность удара танковой группировкой Манштейна во фланг с юга возрастает. Расширение киевского стратегического плацдарма в Житомирском направлении имеет важное значение для освобождения правобережной Украины. Ставка Верховного Главнокомандования. По уточненным данным, на 11 ноября моему фронту противостоит группировка противника в составе 30 дивизий, в том числе 9 танковых. Прошу разрешения временно перейти к обороне. Ватутин. Ставка подтверждает свое решение о быстрейшем овладении городом Житомир. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Ватутину. Войска Первого Украинского фронта, продолжая успешное наступление, в ночь на 13 ноября в результате стремительного удара конницы и пехоты овладели крупным областным центром Украины, городом Житомир. Сегодня, 13 ноября, в 19 часов 30 минут, столица нашей Родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Житомир, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Продолжим. Сейчас, комиссар. Этот салют не для нас с тобой. Вот так. И все-таки поздравляю, Николай Федорович. Этот салют нужен нашим войскам. За этот салют мы дорого заплатим. Господа, у нас появился шанс. Ватутин вклинился в нашу оборону треугольником Чернобыль, Житомир, Фастов с Киевом у основания. В Берлине нам готовы устроить головомойку за это. Но послушайте. Двумя танковыми колоннами с юга от Фастова и с запада по Житомирскому шоссе мы ударим по тылам русских, отрежем их от днепровских переправ и уничтожим все войска Ватутина на правобережье. Герфельдмаршал, это нечто похожее на вашу керченскую операцию 42-го. Нет, генерал, я здесь не отыщу свои крымские сапоги, но Бог поможет нам вернуть Киев и воздать Ватутину за Сталинград, за Курск и за Житомир тоже. Продолжим работу военного совета. Александр Николаевич, вы закончили? Так точно, Николай Федорович. Могу лишь добавить. Согласно директиве ставки наступления, продолжаем. И вправе рассчитывать на новый салют. Я в корне не разделяю вашего праздничного настроения. Дело в том, Александр Николаевич, что неделя нашего активного наступления дорого обошлась не только для Манштейна. Вы у нас человек новый. Командар Москаленко, доложите обстановку. Что ж докладывать, Николай Федорович? Хвастаться нечем. За минувшие сутки противник не только остановил 38-ю армию, но и существенно потеснил две мои дивизии в районе Житомира. Но ведь на западе Черняховский наступает? Да наступать-то я наступаю. Но дело вот в чем. 60-я должна взять Коростень-Овруч. Я ухожу вперед, а фланги с юга оголяются. На юге у Фастова увязла в боях 3-я танковая армия «Рыбалка». Ее авангард, бригада Драгунского, уже сейчас дерется в условиях полуокружения. Войскового резерва у фронта нет. Железнодорожного моста через Днепр нет.
На военном языке это называется кризис наступления. Так что торжества по поводу взятия Житомира отменяю. Надо думать о судьбе Киева. Приказываю. На южном фасе фронта армия Москаленко и Рыбалка от Житомира до Фастова перейти к жесткой обороне. Все свободны. Мне что-то не снится, война на войне, кресты на окне и кресты на броне. Не снится сегодня мне завтрашний бой, отравы над Россию в росе голубой. Не грохот я слышу, а гром вдалеке, но разве позволю я дрогнуть руке? Но разве посмею я, разве смогу отдать свою добрую землю врагу? Кресты на окне и кресты на броне, земля дорогая в крови и огне, ведет бессердечную жатву война, не зная покоя, не ведая сна. В едином порыве, в едином строю, за родину нашу, за правду свою, идут на последний решительный бой солдат-полководец, солдат-рядовой. Поймите же, наконец, наше наступление остановил не я, а противник. Да. Я просил Ставку утвердить мой приказ на оборону. Да. Под мою ответственность. Желаю здравствовать. Не боишься, командующий? Отдел генштаба, инстанция серьезная. Нам бояться за папахи, Константин Васильевич, никак нельзя. Войну проиграем. Доказать правоту у нас действующей есть только один способ – победить. Николай Федорович, скажи мне откровенно, на что ты надеешься в этой трудной ситуации с Киевом и вообще? На Ставку надеюсь, на солдата нашего, на себя, на тебя. Кстати, а на что надеется мой комиссар Крайнюков? На всех тобой перечисленных. Еще есть кое-что. Ты не хитри, не хитри. Говори. Я надеюсь на энергию усталости. Как бы это сформулировать? Дело в том, что всем нам, фашисты, осточертели на 100 лет вперед. Именно поэтому наши бойцы сейчас дерутся хорошо. Парадокс. Усталость придает им энергию. И чем дальше, тем больше. Это как выкрутил. Обязательно расскажу, Рыбалка. Громче! Не слышу! Да громче же, черт вас возьми! Кто? Боголюбов? Боголюбов, вот фриц, поссорят с новым начальством. Да! Москаленко, да, слушаю. Что? Позавчера один рубеж дал, сегодня Житомир на волоске! А вы 220 километров одной армии держали? Да, балуемся фейерверком здесь. Да что у тебя, не слышно ничего? Вот 100 танков прет, то на Житомир, то на Брусилов. Мне фронт в куски рвет. Гляди, Житомир не проворонь, что делать собираешься? Как что делать? На ругачки порох тратить. Продолжайте работать. Соображай, командир, чем это для тебя пахнет? 38-я. Зайдите ко мне. Александр Николаевич, так дело дальше не пойдет. У нас не та ситуация, чтобы на горло брать. А вам известно, что в 38-й творится?
Поорать захочется? Считайте-ка до 10. Простите, не детские ли это игры, товарищ командующий? А ведь Москаленко прав. Надвое Манштейн может разрезать армию. Помогает. Да нет, действительно. Житомирские дивизии надо передавать 60-й, срочно, Черняховскому. Вот что, голубчик, поезжайте-ка в 38-ю армию, помогите Москаленко разобраться в обстановке, заодно и помиритесь. Характер, дорогой Александр Николаевич. Как бы мне поточнее выразиться? Скажу, как мужчина мужчине. Характер, как подштаники. Обязательно надо иметь. Но выставлять перед людьми нехорошо. Разрешите, товарищ командующий? Да. Новую коммутацию провели. Да, пожалуйста. Соедините меня с рыбалкой. Слушаюсь. Я Лютик. Ага, слышу. Товарищ Фрейзер. Готово. Соедините командующего с генералом Рыбалко. Дайте мне срочно третьего. Новенькая? Да нет, еще до Киева, товарищ командующий. Довел Манштейн такую красавицу и не заметил. Ефрейтор Лютик? Это мои позывные. Из каковских будете? Воронежские мы. А правительственная награда за что? За Киев. Воронежская. Землячка, значит. Разрешите идти? Идите. Рыбалка! Павел Семенович, что там у тебя нового? Атакует танками? Так. Да! Приказ об обороне получил? Действуй. Как с Драгунским? Нет уже связи? Я еду к тебе. Николай Федорович! Николай Федорович! Епишев сообщает. 146-я дивизия генерала Ефимова без приказа отошла за Смиш. Открыл фронт противнику. Проклятье. Все войска стоят насмерть. А этот... Отстранить Ефимова от командования. Разобрать позорный факт поручаю Епишеву. Всех виновных под трибунал. Все. Закрой брешь. Николай Федорович, куда ж ты? Ну, дитя малое, найду я на тебя управу. Сегодня Татьяне напишу. А вот я бедничать, стыдно, Трофимыч. К рыбалку, прорыв за Фастовым. Да и вообще, генерал армии, командующий. А вы? Константин Васильевич, для вас он генерал армии, а для меня дитё малое. Язва у него в желудке. Это понимать надо. Командир отдельного полка тяжелых танков майор Герасимов. Привел машины для ремонта. Девятый просил доложить вам. Прорыв ликвидирован. А вот штаба 25-й дивизии разгромлен. Сам фон генерал сбежал. Захватить не удалось. Архаровцы, ставь на базу! Да не на вылупе, а в лес! А то рама налетит, не оберешься потом! Идите! Не понял, Павел Семенович. Парень, ты геройский. Надо к награде. А ты? Награда будет. Ты лучше скажи, где главный кулак у немцев. Тут недалеко, напротив 38-й армии. Второй заход готовит Манштейн на Киев. Значит, приехал за моими гвардейцами? Когда нужны? Сейчас. Да ты что? Не могу. У меня Драгунские в окружении, 1500 людей. Что с тобой? Ты нездоров? Опять печень? Это мое, Николай Федорович. Давай о бригаде. Вот так-то лучше. Вернулся из госпиталя. Да сниму... успокойся. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Понимаешь? Успокойся, друг. Друг,
Почти все снял, Ирак. Снимешь, снимешь. Кто такой? Кинооператор из Москвы. Вот так пускай их на передовую. Ругается, будет жить. А бригаду, Павел Семенович, надо выводить. Но не сюда под Фастом, а за Брусилов по тылам противника. И продумай все хорошенько. Будем выводить. Ну вот и договорились. А теперь я тебя развеселю. Читал. Да что с тобой, в конце концов? Звезду героя получил. Радоваться надо. Стол накрыть должен. Вот судьба. В один день звезда героя и похоронка на сына. Веришь, Костя? Две недели на письмо из дома не могу ответить. Как они там? Татьяна и дочка нормально. А Виктор тут в санатории на костылях. Ты бы собрал брательников на свой фронт. Сколько вас воюет? Четверо. Да нет, комиссар. Война каждому свою долю верстает. Вижу, брат, кругами ходишь. Говори, о чем думаешь? О тебе. А что обо мне думать? Воюю, как все. Как умею. Если бы не Киев за плечами. Психолог. Верно, риска боюсь. Если б не Киев за плечами, я бы этого Манштейна старую лесу. Одна б шкурка осталась. Танки нужны. Мне нечего от вас скрывать, товарищи. Противник нас теснит. Положение критическое. Танки и Манштейны в 50 километрах от Киева. Николай Федорович, похоже, пришло время создать ополчение. Нет. Нет, секретарь. Сегодня не 41-й. Войска стоят насмерть. И фашистов в Киев не пустят. Помощь Киева нужна здесь. Прошу сюда, пожалуйста. Танки «Рыбалка» отправляем ежедневно. Сколько? За последние два дня отправлено 22 танка. Мало. Люди есть. Не хватает оборудования, инструмента. Там каждая боевая машина на особом счету. Нужно шире развернуться. Да, ставьте вопрос об оборудовании перед Государственным комитетом обороны. Несколько эшелонов для доставки оборудования сюда я дам. Вот за это спасибо, Николай Федорович. А теперь прошу в сборочный цех. Без крупного моста, Никифор, нам не удержать киевский плацдарм. Войска нуждаются в подвозе. Все силы нужно срочно бросить на железнодорожный мост через Днепр. Действительно, эти паромы, понтонные времянки ничего не решат. Так что, останавливать работы? Останавливать. Это приказ Ватутина. Он идет на крайнее. Ради спасения Киева решается сдать Житомир. Как? Ведь был же салют, приказ Верховного. Остановка вынуждает. Товарищ Кальченко, самолеты противника. Давай сигнал. Слушаюсь. И все машины в лес. Есть. Положение тяжелое. Мы с тобой должны сделать все. Пойми меня правильно, Никифор, чтобы командующий занимался только боевыми действиями. Понимаю. Сегодня все обсудим у Боголюбова. Договорились. О, смотри. Пошли на мост. Ватутину аппарата. Все силы инженерных войск и местного населения брошены на быстрейшее завершение строительства моста через Днепр. На киевском направлении двумя танковыми клиньями, силой в три дивизии каждый, противник осуществляет прорыв фронта
38-й армии восточнее Житомира и в районе Брусилова. Солдаты! Солдаты Рейха, с вами говорю я, фельдмаршал фон Манштейн. Перед вами ослабленные боями армии генерала Ватутина. Я приказываю вам сбросить русских в Днепр и восстановить фронт по восточному валу. Мои танки рвутся к Киеву, оставляя все остальное на съедение пехоте. Командарму 38, Москаленко. В условиях осенней распутицы противник стремится использовать для наступления шоссе Житомир-Киев, севернее Брусилова. Отдаю вам последние артрезервы. Дивизию и две бригады. Совместно с Рыбалко создайте огневой заслон на шоссе. Ватутин. Генерал-Оберст Раус. Генерал-полковник Раусу, 1-й, 25-й, 16-й танковым дивизиям и дивизии СС «Адольф Гитлер», перебазированным из Франции и Италии, форсированным маршем направится в район Брусилова. Тиграм и Фердинандом осталось 1.5 часа хода до Киева. Эрих фон Манштейн. Штабам житомирских дивизий 60-й армии. Массированное наступление фашистов при отсутствии у фронта войскового резерва вынуждают меня провести организованный отвод частей из Житомира на новый оборонительный рубеж. Приказываю надежнее прикрыть отход войск и эвакуацию мирного населения. Ватутин. Генерал-оберст Раус. Шифр 2314. Генерал-полковнику Раусу, шифр 2314. Приказываю в двухдневный срок охватить Житомир танковыми клещами и раздавить там 3 дивизии русских. В районе Житомира у Ватутина танковых соединений нет. Эрих фон Манштейн. От Советского информбюро. После многодневных тяжелых боев с превосходящими силами противника наши войска оставили город Житомир. Такой левитан наверняка нравится в Берлине. Но на фоне наших поражений 43-го года это победа. Впрочем, Гутен, Житомир все-таки стоит глотка арманьяка. Герр фельдмарк. Сталинград. Герр фельдмаршал. И Сталинград, и Курск, и Киев выглядели бы иначе, если бы армию возглавил не ефрейтор, а боевой фельдмаршал. Мы в этом убеждены. Мы? Да, мы. За мной стоят влиятельные лица. Я уполномочен... Хорошо, что вы остановились, Гутен. Если бы я не был другом вашего отца, то немедленно связался бы с ведомством Гиммлера. Это же арманьяк, а не шнапс, Гутен. Позовите Буссе. Решим, когда брать Брусилов. Представитель ставки, маршал Жуков. Ну, конфронта. Докладывай, почему сдал Житомир. Донесение в ставку, Георгий Константинович, я писал собственноручно. Сталин хвалит твой почерк. Очень. Но что с житомирскими дивизиями? Черняховский их вытянул из котла. На юге против Москаленко и Рыбалка танковых дивизий противника больше, чем их было против всего моего фронта на Курской дуге. Один ты воюешь против всей Германии. Что думаешь дальше делать, командующий? Не позднее часа сдать Брусилов. Там у меня создан противотанковый заслон вдоль Житомирского шоссе.
Рисковый ты мужик, командующий. Рисковый. А ну-ка, пойдем прогуляемся. Ух ты, вот это да. Георгий Константинович, я не Гамлет. Быть или не быть, для командующего фронтом вопрос необсуждаемый. Это решит ставка. Но я глубоко убежден, промедли я хоть час, и войска мои уже сидели бы в ловушке. В данном случае ты прав. Но в общем, ты даже не представляешь, Николай Федорович, как нам нужен успех на правобережье. Верховный в ближайшие дни вылетает в Тегеран на совещание глав союзных держав. А ты города сдаешь. Вот так. Ну, орел, вот ты-то мне как раз и нужен. Пакет передан командарму 38-й. Танки фон Манштейна за Брусиловым наши остановили. Спасибо за добрые вести. Где трофей ты раздобыл? Эсэсовцы подарили. А мотор зря заглушил. Поедешь к Рыбалка. У него 1500 людей в окружении. Троих посылали. Не прошли с приказом. Я пройду, Николай Федорович. Умру, но пройду. А вот умирать нам никак нельзя с тобой. Кто ж Берлин брать будет? Да и землячку мою осиротим. Выручай Драгунского. Есть. Стой, стой! Ты что стал на бугре? Давай в лес! Связывал, оттуда ко мне! Скорее, полковнику Драгунскому! Окружены. Окружены. Боезапас на исходе. Солярки на 20 километров. Так не прорвемся. Выход один. Быстро, ребята, ветками, ветками. Горючку, весь боезапас. Сдать первому и второму батальонам. Остальные танки сжечь. Боевые машины сжечь не дам. Товарищ комбриг, да ранен он. Бредит. Танки сжечь не дам, перестреляю всех. Полк тяжелый, опуск. Быстро. Товарищ комбриг. Эй, ты что, ранен? Царапина, товарищ полковник. Тогда вот что, все снятые с машины экипажи, десант, ты командуешь. Проверь все, обеспечь боезапас, на броню и вперед. За людей отвечаешь головой. Так точно, товарищ полковник. Действуй. Есть. Я Лютик, первый вызывает третьего. Прием. Третьего аппарата. Здравствуй, академик, как там у тебя? Твоего орла отправил к Драгунскому на кукурузники. Назад не вернулся. Что, сбили? Нет, не летается, туман у нас. Что? Туман, говорю. Заблудится твой Драгунский или на засаду напорится? Плохо знаешь моих гвардейцев, Николай Федорович. Чего к нам-то не приезжаешь? Обещал ведь? Приеду, раз обещал. Буду Драгунского встречать. Ты утром ни одного танка не подбил? Так туман же был. А Антифров два подбил. Во, горят. Ты учись у сын полка Антиферова. Он приклеит тигр на мушка. Хоп! И считает танка недействительным. Так у вас в бухгалтерии называется. Так. Антифор, вот ты научи бывшего бухгалтера, чем отличается тигр от других танков. Ну, привязался. Выгляни из окопа и посмотри. Тигр горит дольше. Во, обнаглели, даже пожрать не дадут. Да. Приз теряет вкус жизни. Нарушает режим питания. Так в Киев им очень хочется. А ты его не пускай. К бою! Приготовиться к бою! Целься в задний ленивец! Там баки с горючим! Ай-яй-яй! Зачем так? Совсем как цирк! Смотри! Фрицы боком бегут! Любую ответственность, вплоть до... Чудак! Ух ты, как порохом ты несет! Архаровцы! Чаю и парикмахера! За экипажи спасибо.
Танки новые с Урала идут. Главное, людей вывел. Не мне спасибо. Он ему спасибо. Он экипаж его водил. Здравия желаю, товарищ командующий. Ну, как герой? Живой? Вроде как, да, Николай Федорович. Молодцом. Да свадьба заживет. Да, может, и свадьба скоро. Тут одна особа все телефоны пообрывала. Я Лютик, поправляйся. Выздоровеешь? Приезжай, по-гвардейски угости. Манштейн понимает, что за Брусиловым ему не прорваться. А вот что он предпримет в дальнейшем? Не люблю затишье. Смотри, американцы пишут. Борьба Красной Армии является величайшим военным достижением всей истории. Советский народ навсегда уничтожил миф о непобедимости нацистов. Союзнички. А сами, небось, сидят, второй фронт не открывают. Потому Манштейну, что ни день из Европы новая дивизия. А тут ни штыка резервного. Господи, выспаться бы, хоть на денек бы домой, в Москву, на Воровского. На улице Горького деревья сажают. Живет страна. Выстояли. Ты че без сахара? А ты знаешь, с мальчишек не могу на сахар равнодушно. Нас за стол в Чепухино, почитай, человек 20 садилось, и в приглядку. А дед за сахар деревянной ложкой по лбу. Бабах! Пробовал? Так. Под кисельку лечебного поешьте. У кавалеристов оптом разжился. Товарищ командующий, посрочно к аппарату ПВЧ. Это Тегеран. Ну вот, поесть не дадут человеку. Вы что, Трофимыч? Это же товарищ Сталин. Ну, это другой. Калинкор. Егаза. Так точно, я слушаю, товарищ. Иванов. Вы поняли? Иванов. Так точно, товарищ Иванов. Доложите обстановку. Мистика, чертовщина какая-то. Противник постоянно атакует в центре и на западе. Положение за Брусиловым стабилизировалось. Штаб фронта... Понял, не продолжайте. С вами говорил об особенностях момента мой заместитель, товарищ Жуков. Мне кажется, вы не все поняли. Пора достойно ответить врагу. Если это не сделаете вы, то мы поручим это другому. Ждите гостя из ставки. Рокоссовского. Товарищ Иванов, войска фронта... До свидания. Что там? Конференция в Тегеране. Нужен успех. А у нас? Что там за мистика? Ну? Первые резервы прибыли. Разгружаются в Дарнице. Наконец-то. Я спрашиваю, что там за мистика? Донесение Москаленко, Николай Федорович. Противник снял с участка фронта и перебросил в неизвестном направлении 3 танковые дивизии. 7-ю, 1-ю. СС Адольф Гитлер. Где, куда? Полное отсутствие наличия. Вот он, новый ход Манштейна. Да. Почуял нашу слабину, что здесь опасно, где же они вынырнут? А если не здесь? Все равно опасно. Разведки надо врезать, чтобы знали о перемещениях противника. И армейской, и фронтовой. Опять он горячится. Надо активизировать все виды разведки и найти этих невидимок. Все остыло. Спасибо. Опять надо разогревать. А что генерал из Москвы? Рокоссовский? Ну да.
Да вон, с самого утра разбираются. Я Федоровича с гражданской знаю. Не доведись, снимут. До товарища Сталина дойду. Дивизии невидимки не нашли. Радиоразведка ничего не дает. Все как в песок. Нужен язык. Николай Федорович, разведгруппы возвращаются ни с чем. Посылайте еще. Подождите здесь. Я провожу Рокоссовского. У меня в войсках ходит анекдот. После победы стали трофеи делить. Что кому? Черчилль говорит, надо делить поровну. Рузвельт говорит, поровну. А наш Верховный говорит, нет, надо делить по трудодням. Правильно. Константин Константинович, мы с тобой знаем давно друг друга, так что давай откровенно, на чистоту. Да я не хочу играть в прятки. Ну что, Николай Федорович, замыслы твои, планы в основном правильные, хотя и рискованные. Главари рейха из кожи лезут, чтобы произвести впечатление на Черчилля и Рузвельта. И проиграем мы сражение на правобережье, наши союзники опять оттянут открытие второго фронта. На неопределенный срок будут выжидать, кто кого. Верховный в Тегеране информировал союзников о твоих сложностях. Я имею в виду Житомир и Брусилов. Кому прикажете дела сдать, товарищ генерал армии? Николай Федорович, неважно, кто будет командовать фронтом, ты или я. Сейчас важно разбить Манштейна. И ты это сделаешь. Вас им известно, закукарекал. Какой там закукарекал? Заблеял. За мной должок. В разведке так водится у нас. Встать смирно! Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем! Отдыхайте. Садитесь. Сидайте с нами, товарищ командир. От звания вашего не бачу. Да считай, что генерал. Ага, генерал. От мы зараз второй фронт відкриєм, и воевать стане легче. Это что же, тушенку американскую так и называете? Вторым фронтом. Политически верно. Слышь, отец, а кто этот мужик-то? Его все любят, нашего Семисвистова. Це він тушенку получил. Чё, сам? Сам. Він завжди перший. І під Курськом. Опять Пилип не туди влип. І перший Дніпро переплив. Надо виручати старшину. Поговорений від пулі. От знали б ви його, товариш генерал. Петруня Семисвистов – це ідол. Йому сам Ватутін в госпіталь орден возил, а он збіжав в разведроту. Так от я б на місці Ватутіна і на зв'яздочку не поскупився. Семисвистов, Семисвистов. Что-то знакомая фамилия. Так точно, знакомая, товарищ командующий фронтом. Звиняюсь, товарищ командующий. Не знал, но не упизнал. Ладно, товарищи, я знаю, что вы народ, разведчики, веселый, гостеприимный. Я к вам по важному делу. Знаю, что у вас не вернулось три группы. И враг сегодня осторожен. Мне нужен к утру язык. Самое позднее, завтра к вечеру. И штоб из танкистов. Пойдут добровольцы. Ну что, удивил я тебя, комиссар? Удивило. Вот чем по ночам с Боголюбовым помаленьку занимаемся. Житомирско-бердическая наступательная операция. А ты уже знаешь, здесь или здесь? Эти дивизии-невидимки. А может, вообще где-то там? Подождем до завтра. Я разведку послал. Ты вперед посмотри. На Житомир пойдет эта группировка.
А эти резервы ударят на Брусилов. Для меня-то убедительно. А вот приедет Жуков. Раз для тебя убедительно, значит, ты с ним пойдешь прогуляешься. Вот так. Иди, сдыхляк! Объявилась пропажа. Танкист эсэсовских кровей. А, Александр Николаевич, ну кто был прав? Я займусь им, Николай Федорович. Ну, брат, спасибо. Однако молодца подпортили. Было б только и беды, товарищ командующий. Ось, возьмите. О, где танковые дивизии. Невидимки. Вот вам ордена и отпуск. Где Семисвистов? Дружок твой. Там. Таких ребят. Как матери его написать? Что война? Что не он один? Война-то война. Да жизнь у каждого одна. Умом понимаю. А как смириться со смертью тех, кому доверяю, кому приказываю на смерть? И каждый шаг ценой таких ребят. Радиоразведкой дивизии невидимки обнаружить не удалось. Рации молчат. Обычные хитрости. Старые лисы Манштейна. Дивизии здесь. Перед Черняховским. Там погиб Семисвистов. Можете быть свободны. Вот тебе и присутствие и наличие. Манштейн рубит новую дверь на Киев. А Черняховский должен выдержать удар. А возьму-ка я у Лиселидзе артполки усиления. Другого выхода нет. Это же резерв, Николай Федорович. Дивизия не боеспособна. Где полковник одежда? Шапки, полушубки, рукавицы. Где? Все смогли одеть людей. Один ты не смог. Ты понимаешь, что это значит? В пилотках, с голыми руками. Да, совсем раздетый. Две ночевки в снегу и нет дивизии. А ну-ка поставьте ящик. Следуйте за мной, сержант. Головотяпы. Эшелоны с имуществом затерялись в пути, товарищ командарм. А я... Ты по трибунал пойдешь! Здравия желаю, товарищ командующий. Прибыл в ваше распоряжение. Что за шум? Да вот, полковник... Вижу, дело ясное. Сержант, поменяйтесь с полковником верхней одеждой. Вот уж воистину. Когда человек занимает должность ниже своих возможностей, то страдает сам. Если же должность ему не по плечу, то страдают подчиненные. Занимайтесь разгрузкой. Слушаюсь. Вот так-то лучше. Солдата надо беречь, полковник. Он на войне. Главное действующее лицо. Даю 2 дня. Проверю сам. Если не оденешь дивизию, так с этими погонами останешься. Добегались, фуражечки. Температуру необходимо сбить и строго соблюдать постельный режим. Да-да. Военный совет, Николай Федорович,
необходимо перенести. Парламентером к Манштейну пойдете? М? Что? Я говорю, парламентером к Манштейну пойдете? Вы дошутитесь до пневмонии. Тогда пойдете к киевлянам и объясните им, почему уже месяц в окнах стекла звенят. Здравствуй, дорогой! О, какие люди! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю, товарищи! Прошу садиться. Сейчас будет командующий, начнем работать. Ну, ударим, наконец-то. Только бы Черняховский выстоял. Выстоял, смотри, какие плечи. Товарищи офицеры! Здравствуйте, товарищи. Здравия. Начнем работу. Извините. Какое сегодня число, товарищ командующий? Может быть, по 100 грамм наркомовских? Не понял. Николай Федорович, поздравляю вас с днем рождения. Боба закрутился. Вот так свой 42-й годок и прочихал. Поздравляю, товарищ командующий. Поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю. Николай Федорович, так как с наркомовским? После победы. Павел Семенович, даю слово после победы. Рассаживайтесь. И подальше от меня. Генералы на войне должны гибнуть от пуль, а не от гриппа. Вот тут про нас. Великие почетные награды, которых удостоены наши маршалы и генералы, но тяжела и огромна ответственность их за скорейший разгром врага. Ответственность перед миллионами матерей, пославших на фронт своих сыновей. Ответственность перед народом. Вот так. Наша задача — разработать новую наступательную операцию. Я требую каждую минуту помнить о том, что за малейшую неточность, за несогласованность действий в бою мы будем платить священной, драгоценной кровью наших бойцов. Начинайте, Александр Николаевич. Идея Житомирско-Бердичевской наступательной операции в том, чтобы решительными ударами разбить врага и выйти на рубеж Южный Буг. Прошу прощения, Александр Николаевич. Николай Федорович, Москва на проводе. Продолжайте, товарищи. Главный удар наносится 24 декабря в районе Брусилова. Ох, сейчас генштаб поздравит. Алло, девушка, соединяйте. Ты чего здесь намешал? Пей, пей, Федорович, зверобой. Это лучше всяких пилюль. Что? Голос родной жены не узнал. Спасибо, Костя. Да, Танюша, милая, здравствуй. Да, спасибо. Спасибо тебе, родная. Что? Диету соблюдаю. Вот Трофимыч подтвердит. Кости целы. Да, нормально. Как Лена? Да. А Виктор? Вы мои хорошие. Спасибо. Я тоже, да. С вами. Я не молчу. Ты говори. Я твой голос послушаю. Знала б ты, милая моя Таня, как мне тяжело сейчас. Не знаю, как себя на всю войну растянуть. А ведь еще и до границы не дошли. Зубами будем грызть врага, но дойдем, родные мои. Thank you.
аппарата Ватутин. Из района Коростыня противник предпринимает новую попытку прорвать фронт армии Черняховского. Приказываю командирам партизанских соединений Сабурову, Салаю, Маликову по согласованию с ЦК КПБУ занять оборону на открытых флангах 60-й армии. Резервным полкам противотанковой артиллерии форсированным маршем выдвинуться под Коростень. Наскреб Данилыч, что смог. Внуши Манштейну, что наш удар на Житомир, да, с твоей стороны, кое-чем штаб фронта тебе еще поможет. Продержись! Герр фельдмаршал, это вы в Житомире вручаете железные кресты. На связи Берлин. Тонаус. Манштейн, слушай. Что происходит, Эрих? Лучшие мои дивизии становятся у вас беспомощными. Чем объяснить последние провалы под Брусиловым и Малиным? Русские бросили в бой новые крупные резервы и остановили нас. У меня мало пехоты. Мне нужен Киев. Если вы не сбросите войска Ватутина в Днепр, это будет иметь самые роковые последствия для всего Восточного фронта. Я сброшу Ватутина в Днепр. Новое наступление через Коростень начато. Даю вам еще 3 дивизии, Эрих. И помните, за вашей спиной Тернополь, ворота в Рейх. Так точно, мой фюрер. Meine Herren, die Aufklärung äußerst aktivieren. Господа, предельно активизируйте разведку, авиа, радио, агентуру. Десятками диверсионных групп перекройте все дороги в тылу большевиков. Делайте, что хотите. Но я должен знать каждую новую мысль Ватутина. А теперь вот это. Это из 25-й фон Шелла. А этот шустряк из Лейбштандарта. А они твоих тоже по почерку узнают? Так точно, товарищ командующий. Профессия. Годится, Николай Федорович. Мысль. Работай в эфире круглосуточно. Слушай, разведка, у тебя все шифры надежные? Да вроде один. Похоже, немцы его раскусили. Вот этим вроде и стучи в эфир. Шифровки получишь. Есть. Ну, порадовали. Думаю, танки ему привезли. Сам командарм рыбалка на подмогу. А Черняховский точен. Нет, чтобы вчера, когда здесь жарко было. Здравия желаю, товарищ командующий. И сопровождающие его знакомые лица. Принимай танковые войска, Данилыч. Да, примем. Так где твоя третья танковая в данный момент жизни, а? На потеху. Времени нет. Штабом фронта, Иван Данилыч, разработана серьезная операция по дезинформации противника. Армия «Рыбалка» находится на ударном брусиловском направлении. Ложной радиосетью изобразим ее сосредоточение здесь, у тебя. Сейчас будь здесь. Что о радиоигре думаешь, комиссар? Думаю, Манштейн уже потеет над нашими шифровками. А еще подкинем ему липовую карту. Поймается Манштейн. Будь он трижды талантливым и умным. Да и я все о том же. Думаю, поверит этот трижды талантливый нашей карте или нет? Должен.
А нет, пойдем вперед стеною. Сил для этого хватит. Людей жалко. Ты к себе? К Боголюбову. Я буду в политуправлении. Ночь коротка, спят облака. Д4. Ранил, товарищ майор. А после победы поедем к твоим Д5. Убит. А потом? А потом поедем к моим в Ленинград, я закончу свой инфиз. А потом? А потом, раз проиграла, выполнишь мое желание. Что вы загадали? Сегодня после дежурства пойдем ко мне. О! Ну а что? О! Нет. Значит, не любишь. Нельзя. Как нельзя? Ну, что нельзя, нельзя. Нельзя и весь сказ. Ну вот ты и дома. Глядишь, так он у нас и в генералы выйдет. Отремонтировали? Так точно, отремонтировали. Хоть сейчас марш-бросок. Замаршируйте-ка ко мне, товарищ майор. Вот что, герой. Я понимаю, радость встречи. И все такое. Но землячку мне не обижать. Война не все спишет. Да ничего такого, Николай Федорович. Я же серьезно. Ну, на нет и суда нет. Но я предупредил. Разрешите идти? Погоди. Хорошо, что вернулся ко времени. Тут документы и штабная карта для дезинформации противника. Доставишь это Черняховскому. Возглавишь всю работу по переправке пакета немцам. И запомни, здесь тысячи жизней наших бойцов. Понимаю, Николай Федорович. Сейчас придут твои проводники, разведчики из 60-й. А пока слушай меня внимательно. У нас в разведроте вот такой повар. Давай, старшина! Садись, садись, ребята. Затримался, в санбате земляка зустрів. Спиртом командую. Ну, добрый путь. Ну, вперед! Вот приедем к Черняховскому, гостим борщом. Высший сок! И до борщу дещо є. Повна фляга. Полный порядок. Мысль. Прошу проиграть варианты ответных действий противника. Александр Николаевич. Третий день нашего наступления. Продолжать. На каком уровне? На уровне Рауса? Любопытно. Нет, на уровне Павел Семенович, покажи на макете. На задачу 3 минуты. Работаем, товарищи. Здесь, в тылу Манштейна, вдоль Буга, проходит железная дорога на Винницу. Он в любой момент может перебросить 2-3 дивизии и ударить нам во фланг. Мысль. Глубоким рейдом танковой бригады в начале наступления перерезать железную дорогу и лишить Манштейна всякой возможности маневра. А мы бомбить эту дорогу собирались. Академик. Товарищ командующий, шифровка и 60-й. Читайте. К переброске готов. Где же ваш связной с картой? Черняховский. Не понял. Уже пешком можно дойти в 60-ю. Да не могу я тебя бросить раненого! Не могу! Живых или мертвых пакет снимут! Den Offizier gefangen nehmen. Командующего не подведем!
пойми же, дорогой ты мой, Ватутин точно должен знать, что карта попала к немцам. А я уже не ходок. Доїхали до борщу. От влипли на своїй території. Возьми, Серёге, автомат. Прощай, брат. Да беги же ты! Обер-лейтенант, почему отступаете? Приказ командира корпуса. Что творится? Почему не сжаты клещи вокруг Коростеня? Перед нами несколько пехотных корпусов и танковая армия русских. Какие у вас аргументы? Перехваченные радиошифровки? Уверен, это опять ватутинские проделки. Дислокацию войск противника подтвердили наши агенты. А если это уловки НКВД? Приказываю. Под личную ответственность продолжать охват группировки противника. Сомкните клещи вокруг Коростеня, и дорога на Киев открыта. Может, в госпиталь вывезли? Пока там разберутся, кто да что. На войне всяко бывает. Ты ж солдат, дочка. Понимать должна. Больше не могу. Я пойду к командующему. Командующего ты не трожь сейчас. У него там... Фёдорович по всем дорогам поиск разослал. Послезавтра начинаем. Что бы там ни было. Неужели зря погиб майор? Нет, командующий, зажми сердце. Николай Федорович, ты мужик крепкий. В чем дело, комиссар? Похоронка. Брат твой. Который? Старший. Schreiben Sie den Text. Запишите текст телеграммы фюреру. Прорыв фронта под Коростенем завершен. Путь на Киев открыт. Я был прав. Что за тон, генерал? Извините, Герфельдмаршал. Вот оперативная карта из планшета русского майора связного штаба Ватутина. Вы свободны. Под Коростенем мы пытаемся одним моим корпусом взять в клещи 7 корпусов русских. Где связной Ватутина? У меня в госпитале. Мои разведчики несколько перестарались. Вы уверены, что вам досталась не фальшивка? Абсолютно. Необходима срочная переброска танковых дивизий из-под Брусилова. Мой приказ осталось лишь утвердить. Утверждаю. Крайняков. Да, здесь. Тебя, Боголюбов. Да. Так. Так. Я слышу, да! Так. Спасибо. Атаки на Черняховского прекращены. Противник перебрасывает танковые дивизии от Брусилова в район Коростеня. Ну вот и все. Дело сделано. Отдавай приказ!
сработало. Товарищ генерал, с меня же всем шкур снимут. Это приказ. Командующему позировать некогда. Велел солдат снимать. Товарищ генерал. Идите, все. Знамена киевской дивизии. Подумайте, товарищи, через всю Украину. Это просьба командующего. С начала наступления в каждом номере газеты необходимо сообщать, сколько километров осталось до государственной границы СССР. Понимаете, 300 километров, 160, граница, все, родина свободна. Для солдата это... Значит, снова вперед! Погоню! Тихо! Дверь-то прикройте, пожалуйста. Собрание, конечно, открытое, но не настолько же. Вопрос о месте коммунистов в завтрашнем наступлении ясен. Партсобрание 19-го батальона. Мотор, следующий вопрос. Солдатам отдыхать надо. Товарищи коммунисты и беспартийные, переходим к последнему вопросу. А заявление Анциферова? Заявление Анциферова рассматривать не можем. Ему нет еще и 18 лет. Я им русским языком. Так я ведь тоже русским. Поить и можем? Можем. Танки сжигай можем? Можем. Кровь свою не жалей можем? Можем. А партия наша принимай не можем. Вмешался бы. Зачем? Здесь Епишев. А если ему хоть за коммунистом бой идти? Тише, товарищи. Я вот прочитал рекомендацию Анциферова. Сын полка, 17 лет. Уничтожил 9 вражеских танков. Да и человек он 38-й армии известный. Думаю, что под мою ответственность рассмотреть заявление можно. Писатель Фадеев 17 лет в партию вступил. Анциферов? Да? Ты бы речь сказал перед боем, что ли? А то, что ты здесь вот сосед. Речь? Пожалуйста. Воюйте счастливо. Храните честь свою. Чтоб гордостью своей наказанный Берлин для стран других не измышлял причин. Мудро. Сам написал? Эх ты, а еще бухгалтер. Это же Ломоносов. Ломоносов? Так вон с каких пор Берлин этот белый свет мутит. Ну, мы их отучим воевать, лишь бы дойти. Дойдем. Дойдем. Там, где сухо на брюхе, там, где мокро, бегом. На Новый год из родной Грузии посылка. Сначала соседу послал, Москаленко. А это, так понимаю, после Житомира. Хотя стаканцы надали, еще не помешал ни одному мужчине. А это сейчас можно. Хурма. Очень полезно, особенно для полководцев. Мозговой деятельности. Полководцы, прошу отведать. Какой страны ее? Вот коричневый. Сколько не воюю, а вот так вот не привык. За 15 минут дар подготовки. Они наступление сорвут. Командарма 38. Москаленко, Москаленко! Москаленко, почему начали артподготовку раньше времени? Быстро узнай, что у них случилось. Пока не знаю, товарищ Юрий. Вы что, с ума посходили? Дайте разобраться, товарищ Юрий. Я выясню и все доложу, товарищ Юрий. Да что ты заладил, Юрьев да Юрьев? Будет тебе Юрьев день, бабушка? Фу, черт. Ну, что будем делать, командующий фронтом? Георгий Константинович, давайте подождем результат артподготовки. Цели пристрелены хорошо. Ты только не спеши, не спеши, не спеши. Надо принять единственное верное решение. Так. Пехота и танковые армии вышли на исходные рубежи, так? Вышли. Так. Вторая воздушная армия на старте, так? На старте. Так. Не нарушится у тебя порядок взаимодействий? Нет? Нет. Ты уверен? Уверен, Георгий Александрович. Ну, а если уверен, действуй. Александр Николаевич, ты, Ватутин, всем сохранять полное спокойствие. Атаку начинать на 51-й минуте артподготовки. Как в приказе. Ну и что раньше?
Прояви свой боголюбовский характер! За нашу советскую Украину! Вперед! Скажи мне, все. Кирилл Семенович, маршал приехал. Рассказывай, Мискаленко, что стряслось? Да на одной из Катюш неисправность в электропроводке. Стали чинить, замкнуло и залп. Остальные в готовности, пальцы на спусках и пошли косить. Но результаты арт огня... Видел, видел. В рубашке-то родился. Товарищ маршал. Разрешите обратиться к товарищу командарму. Ну-ка дай. Юрий слушает. Так. Так. Я не разрешаю, я приказываю. Так. Ну, хлопцы, геройские ваши души. Брусилов взят. Танковые армии пошли на Житомир. Что-то вы там говорили насчет Сен-Андре, а? Есть, товарищ маршал. Есть. Хорошо, Данилыч, хорошо. График наступления не опережай. Он уезжает. Желаю успеха. Ну, академик, как? Виноват. Опережаю график. Уже перерезал железную дорогу Киев-Винница. Хорошо. Где-то в районе Казатина жди сильных контратак. За этим и приехал. Мысль – затянуть их в мешок в районе Казатина и ударить. Да, кстати, отбили твоего орла. Что ты говоришь? Точно. В каком состоянии? Ругается. Будет жить. Гетфельдмаршал, Винницкий аэродром не принимает. Бомбят русские. Halten Sie den Kurs in Richtung West. Идите на Проскуров. Das ist auch für Sie ein Befehl, Busse. Это и вам приказ, Буссе. Переводите штаб в Проскуров. Unbegreiflich. Wann haben diese Жуковs, Конев und Малиновские? Непостижимо. Когда эти Жуковы, Коневы, Малиновские научились воевать? А этот Ватутин и впрямь становится моим злым гением. Ватутину аппарата. Наступление на западном участке фронта успешно развивается. Войска Пухова и Черняховского из района Коростеня осуществляют обход Житомира с севера. Армия Лиселидзе с юга. Враг повсеместно отступает. Опасность для Киева снята. Говорит Москва. Войска 1-го Украинского фронта 31 декабря в результате стремительной атаки пехоты и умелого обходного маневра танковых соединений овладели областным центром Украины и железнодорожным узлом Житомир. Да, слушаем, слушаем, Левитана. У Ватутина полный порядок, Манштейн бежит. Вылетай на второй украинский. Товарищ Жуков, необходимо, чтобы успех первого украинского поддержали все фронты. В новом 44-м году вся советская земля должна быть очищена от оккупантов. Мы верим в это, товарищ Сталин.
А вас прошу передать генералу Ватутину мои новогодние поздравления. Свою правоту он доказал делом. И вообще, пора ставки больше доверять командующим. Они уже хорошо научились бить гитлеровских генералов и фельдмаршалов. До свидания, товарищ Жуков. До свидания, товарищ Сталин. Контрудар-то получается. Трофимович. Вот, Федорович, ты говоришь контрудар. А Боголюба говорит контрнаступление. А комиссар наступать на операции. Все по-разному. Почему я говорю контрудар? Вот поднялась рота в контратаку. Это контрудар. Битва под Москвой. Под Сталинградом, на Курской дуге, контрудар. И вся наша война, народная, великая, контрудар. Мы никогда, Трофимыч, не начинали первым. Но наш контрудар был сокрушителен. Так было, так есть, так и будет. Историческая справка. До границы оставалось всего 73 километра. 29 февраля 1944 года на фронтовой дороге был смертельно ранен генерал армии Ватутин. Но разработанная им Проскурова-Черновицкая операция завершилась сокрушительным разгромом танковых полчищ гитлеровцев и отстранением фон Манштейна от командования. Генерал армии Ватутин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.